Работой дворников довольны, дорожки этой зимой в микрорайоне чистые, а вот самих пешеходных зон не хватает. Таково мнение жителей 3-го и 4-го корпусов дома 19 по улице Институтской. Об этом мытищинцы рассказывают на встрече, которую организовал лидер общественного мнения Евгений Аганин. Сегодня по поручению главы мы провели встречу с жителями домов вместе с управляющей компанией, с обслуживающими организациями. Послушали людей, составили план работы, и я думаю, что все вот эти вот замечания, которые были сегодня, мы будем решать. По мнению Евгения Аганина, решить вопросы, которые волнуют жителей, можно, включив их в инвестиционный паспорт МКД. Тогда запрос мытищинцев выполнить проще, а жизнь станет более комфортной. Со своей стороны, он готов участвовать в активном общественном контроле и вместе с горожанами следить за исполнением поручений. Ну, во-первых, мы поднимали такой вопрос. У нас проблема с внутриквартальными дорожками, то есть необустроенными. Людям приходится часто в гололед, в грязь идти вот к перекрестку на Новомытищинский. Мы бы хотели там обустроить спуск, чтобы было все со ступеньками. Такие встречи – это хорошая возможность выстроить диалог с жителями и решать все сообща. Житель всегда прав. Принцип работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Его поддерживает и реализует глава городского округа Юлия Купецкая. Именно так можно выстроить эффективную систему взаимодействия с горожанами и сделать Мытищи еще более комфортным для жизни городом. Юлия Федориненко, Александр Соломкин, Первомытищинский.